Один из небоскребов Лондона осветила самая высокая в Западной Европе световая инсталляция. Ее огни видны с расстояния в 65 километров. В этом году в инсталляцию добавили интерактивный аудиоэлемент. Так прохожие могут прослушать на своих телефонах специальный 6-минутный саундтрек. В нем собраны все характерные звуки Лондона и добавлена музыка. Высота небоскреба вместе со штилем составляет 310 метров. В рождественский сезон верхние 20 этажей подсвечиваются с помощью 500 светодиодных панелей.